Друзья, всем привет! Сегодня делаем мощную самоделку из профильной трубы, уголка и листового железа. Идея реально необычная и интересна, а также полезна для гаража или мастерской. Труба у меня 25 на 25. Также есть 25 на 50 мм, уголок 25 на 25 и листовой металл тройка. Набросав примерный чертеж, приступаю к нарезке всех заготовок. Размеры всех деталей вы видите на экране. И следующим этапом начинаю сваривать прямоугольники. В этом мне отлично помогают магнитные уголки. И на годный инструмент, друзья, ссылки, как всегда, будут в описании под видео. Собрав два прямоугольника, накидываю сразу листовой металл. Он у меня был нарезан сразу на металлобазе под размер. Хватаю на пару точек, переворачиваю и хорошенько провариваю. То же самое повторяю и со второй заготовкой. Где края выступали, подрезал болгаркой и потом сгладил шлифовальным кругом. Далее стал собирать стойки. Сначала все хватало на точки, чтобы увидеть всю конструкцию, даже точнее часть ее. И когда уже все будет ровно, основательно заварю все швы. Установил и приварил колеса. И устроил небольшой тест-драйв. Все работает, все крутится, двигаемся дальше. Теперь пошли заготовки из профтрубы 25 на 50. Из нее сделаю основание рамы, а вовнутрь добавлю куски 25 на 25.
приварил по краям уши и примеряю всю конструкцию. Выставив все ровненько, беру в руки сначала сверло на 6 мм и делаю отверстие. Далее проверяю на работоспособность, смотрю, как все стоит, двигается и работает, а потом уже рассверлю на 8 мм. Все будет на болтовых соединениях. Добавил пару упорных уголков и взялся заготавливать за регулируемые ножки. Проверил на работоспособность и засверлил пару отверстий для стопора под болт М10. Накинул сверху лист толщиной 3 и тщательно проварил. Добавил уголок 25 на 25 для жесткости конструкции. Ну и вот, откидной боковой столик готов. Отлично увеличивает площадь для работы с металлом и проведения сварочных работ. Но я на этом не остановился и решил гулять так гулять. И сделал точно такой же с другой стороны. Поставил сварочный аппарат на свое место и разметил свободное пространство для будущей полки. Отрезал 2 уголка и приварил их на свое место. Они будут выступать в качестве направляющих. Ящик делал из фанеры 15 мм. Нарезал все заготовки и собрал в единое целое. Слегка по бокам подкрасил металл. Установил ящик. И остался последний штрих. Это добавить пару заглушек. Ну и вот, встречайте готовый результат. Перекатной, мобильный. Раскладной сварочный стол верстак своими руками. В ящик поместилась даже маска и все необходимые инструменты для работы с металлом. На столе можно работать, даже его не разбирая. Если же нужно больше площади для обработки заготовок, то быстренько вкручиваем пару упоров и раздвигаем одну сторону.
Если же нужна и вторая, то повторяем действие, и вот у нас огромный верстак готов к работе. Напишите в комментах, друзья, что бы вы добавили еще в этот стол и как вам вообще такая самоделка. Оцените видео лайком. Я старался сделать все добротно и показать все подробно, чтобы каждый мог повторить, если кому-то это зашло. Подписывайтесь на канал и жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые полезные выпуски. Всем спасибо, всем хорошего настроения. Пишите вопросы, буду стараться отвечать. Всем пока-пока.